решение принимать тяжелее, чем если бы оно было бы более крупным и более уверенным со стороны Запорожья. Они выиграли или мы сами проиграли? Да, чем меньше проигрываешь, тем неприятней. Сегодня была очень оживленная, интересная игра, очень атлетическая. Обе команды очень хорошо бежали. Ну, нужно дать должное Запорожье. Действительно, в этом году хорошие легионеры, еще как были времен Суперлиги, что ребята на троих набирают под 70 очков, с ними трудно играть, они хорошо обученные, играют все немножко нестандартный, как у нас в Суперлиге уже пару лет, более европейский баскетбол, а у них более быстрый, хороший процент у них, считаю, мы, конечно, с ними не справились, пропустили очень много очков, конечно, мы забили тоже немало, более чем достаточно для победы, но пропуская 97, очень трудно, конечно, выиграть. Немножко подкосила нас зона Запорожья, немного как-то мы не смогли сориентироваться, как сыграть, немножко застопорились, и они, я считаю, за счет этого где-то нас немножко обошли в концовке на 3-5 очков. Это было очень важно, ну, я считаю, одно из ключевых таких моментов в игре, и нам в конце вот и не хватило времени победить. Вот еще один вопрос, ты упомянул о том, что, ну, скажем так, американская манера немножечко присутствует в игре Запорожья. Сегодня так, по ходу матча неоднократно наши игроки показывали, что их, ну, так толкают локтями, отталкивают руками, локтями. Это действительно было так, и насколько это мешало, и насколько к этому не смогли приспособиться? Ни игроки, ни тренеры в нашей команде не комментируют судейство, поэтому очень некорректные вопросы в дальнейшем попрошу их не задавать. Все, принято. Хорошо, все, спасибо тогда.